not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Настя, и сегодня у меня будет такой очень интересный влог, так как и на предыдущих картах вы могли увидеть то, что я недавно пришла со школы. На 2 часа ночи мы отправляемся на Кипр. Мы отправляемся на море, будем там отдыхать целую неделю. Постараюсь вам снять влог о том, как мы там живем. Блин, подавилась макарошка. Сейчас я буду делать уроки. Почему мне горло болит? Я чувствую, у меня немного болит горло. Настолько что шел дождь, а я побежала под этим дождем, потому что не могла там ждать. Мне просто бы не было времени сделать эти все уроки. Я как-то побежала, но и он там еще шел минут 30, поэтому какой вариант бы был мне там еще стоять эти 30 минут. Приступлю делать уроки. В 6 часов примерно я иду уже на теннис. Я просто в шоке, так как мне надо очень-очень много всего сделать. Ребята, я уже сделала укр. Я успела сделать только украинский, то есть у меня он уже минус, но это было одно из самых больших заданий. То есть вот я его сделала, тут три упражнения было. Так, ребята, всем привет. Уже почти что 11 вечера. Мы сейчас уже ложимся все спать, так как нам вставать очень рано. Я сделала почти что все уроки, как и спланировала. Быстро ложусь спать. Поэтому всем пока. Всем спокойной ночи. Мы встретимся с вами уже в 3:15. Сейчас мы уже покушали немного. Мы прошли все паспортные контроли и сейчас уже будем идти на посадку. Сейчас буду смотреть, есть ли уже регистрация. Ребята, всем привет! Меня не очень хорошо видно, а может я буду... О, хорошо видно. И сейчас мы уже долетели, я вам не успела ничего сказать. Can I have some bean a bucket if you trust? Всем привет, еще раз, друзья. Ура, 11 вечера. Всем спокойной ночи и всем пока.